Valve разрушили карьеру про игроков. Все мы знаем, что в CS2 был баг, который позволял видеть сквозь стены при помощи консольной команды. И все, кто использовал этот баг, были забанены на фейсити за читы. Во время этой волны банов отлетел несколько киберспортсменов из Академии Eternal Fire. После чего организация разорвала с ними контракты из-за неспортивного поведения. Получается, что дорога в гиберспорт им теперь закрыта из-за бана на фейсити и скандала с организацией. Вот так вот просто по рофлу, ведя одну команду, эти игроки лишились от киберспортивного будущего, к которому не так стремились. Покупай игры аккаунты на Лолсти Market, А ссылка на закреплена в комментарии.